Доброго всем времени суток, с вами Тексер и лягушки квакают в Сноураннере. Самое время начать покорять карту остров Драмонт. Я его Драмоном звал все время, ну да ладно. Так, во-первых, утро. Во-вторых, мне кажется, вот эта помощь лесничим то, что надо. Посему, давайте вот это. Эту машинку возьмем, первую попавшуюся. Все. Порт, не порт, а вот задание, помню, здесь ничего надо взять. Топливо не вагон. Это плохо. Давайте топливо сделаем в вагон. Так, пересесть. Заправить. Топливо у нас реально дохрена. Торнадо. Вот, все, топлива много. Еще можно было починиться, в принципе, ну было. Филиал гаража в этих унылых болотах с жабами делает свое дело. А там у нас пасыфик притаился. Полный привод. Итак, помощь лесничим. Я так понимаю, что надо остров. Мосты построить, мосты. Рад познакомиться, меня зовут Мич, я лесничий. В городе говорят, что вы помогаете с починкой нескольких мостов. А у меня как раз есть мостик, которому нужен ремонт. Возьметесь? Обязательно, Мич. Конечно, возьмусь. Доски. Ну вот доски. А вон там мост. Мы соединим одно с другим. Все будет хорошо. А еще мы переедем забор нафиг. Что, какой бандерлог парковал тут так эти прицепы, я не знаю. О, как ветки летят хорошо. Вот как можно запарковать прицеп, что я в него мог въехать только через забор? Не знаю. Поехали. А причем прицеп тут пойдет на продажу потом. С молотка пойдет. Так, погнали нам туда. Почему два раза? А, видимо, с той стороны. Ну да, тут же все можно с двух сторон делать. Смотря откуда приедешь. Я приехал со стороны болот. Я вылез из болот. Так, я куда выехал? Я, блин... А, ну нормально. Нам насквозь. И вот так вот. Да. Поехали. Ну, я же не буду перегружать машину, я так дотащу. Так, плыви давай. Такая прям лучше суровая. Пасыфиком надо было ее цеплять. Это вообще все по барабану. Ладно. Не будем читерить. Просто пасыфик бы это утащил, конечно, вообще просто. Со свистом. Ладно. Найдется для него дело. По-моему, был не скоромник. Это вот как раз. Как раз по нему занятие. Так, погнали насквозь. Мне почему-то кажется, что на White Star более зубастые покрышки, хотя на самом деле они одинаковые давно. Так, вон там еще прицепчик пустой, кстати. Я опять завален прицепами. Я думаю, у меня, ну, не 200 тысяч, а тысячу. А может и 200 будет к концу этой карты. За поручение, но я не буду брать еще одно. Начнем с помощи лесничим, потом разберемся. Ага, как туда попасть-то, вот такая дорожка. Куда еду? Зачем еду? Вот туда я, наверное, еду, да? Да, туда я еду. Ну, зачем еду, понятно, мост чинить еду. Просто такими козьими тропами странными, я сказал. Дерево, я остановился. Давай назад задам и вперед. Ты-то будешь? Ты оправляешь свою землю? Зараза какая, а? Все, провалилось, отлично. Это было дважды стоп дерева. Ползем. Машина, вас в конце этого пути ждет апгрейд моторов. Все равно деньги девать некуда.
Еще надо будет дотащить туда все прицелы. Оу, это будет долго. Это будет долгая охота. А их надо будет все продать. А, кстати. Гонка. Смирно. Тут нет точки продажи прицепов, так что туда. А там, я надеюсь, она прямо на выходе из туннеля есть. Мне кажется, да, там прямо на выходе из туннеля площадка для прицепов. Ишь, пошипливает. Давай. Я думаю, это здесь. Шо? Там. То есть можно взять задание у прицепа, можно взять задание здесь, можно взять задание где-то там. Наверное, так. Разгрузить. Фуфло, мостик готов. Кстати, речь такая, что может машину переехать, мне кажется. Че, ползем дальше? Это наш мостоукладчик будет. Я, правда, не уверен, что там дальше есть прицепы с дровами. Ну да и вон. Зато там есть заправка. Доступ к заправке открыт. Так, давайте изучим карту. Ай. Следующее у нас люди и мосты. И мне кажется, что там, вот на этом прицепе что-то лежит или нет. Так, тут есть еще прицепы, чтобы понять. Вот этот пустой. Да, на них что-то лежит тут. Я его не открыл. Бортовый прицеп, там какая-то хреновина лежит. Ладно. А вот тут стоит машина. Но мне пока девать некуда. Ладно. Погнали. То есть мне нужно вытащить к мосту этот прицеп. Ну, для начала, чтобы потом далеко его не таскать. А там посмотрим. Ну, заправка есть, это уже хорошо. То есть топливо у меня не ограничено. Ограничено поломками. Поломки, это ладно. А, какая цистерна стоит. Задание, наверное, будет. Так, нам вот тут мост нужен. Вот он не факт, что обойдется дровами. Он может с железяками. И железяки как раз там вот где-то лежат. Так, ну, как всегда, программа минимум сделать все мосты в этой серии. Все три. Тоже три, по-моему, моста или четыре. Три. Так. Открыть. Удалить груз какой? У меня нет груза. Объяснитесь. Ироды. Так. Поручение. Приветствую главного строителя, это снова Мич. Вы удивитесь, но у меня есть еще один мост, нуждающийся в помощи специалиста. Не гляните. Глянем. А, да, две доски. А, там ни хрена. Зато тут до хрена. Что мы сделаем? Мы поедем и возьмем дров. Потому что, не, можно White Star'ом, но... А зачем? Хотя на третьем мосту... Стоп. А третьим мостом каким тогда сделаю? А, у меня больше кузовов нету. Ага. Нет. Придется туда сюда прокатиться. Так, полный привод нафиг. Я просто думал, я сейчас вот этой машиной потащу один прицеп. White Star'ом второй. Слушайте, не такая плохая идея, на самом деле. Ну ладно. И они так друг за другом уедут. Нет, идея реально неплохая, потому что следующий-то мост тоже, похоже, деревянный напрочь. Хотя могу ошибаться, он может быть железный, я тогда впустую потащу этот прицеп. С деревом, допустим. Я, допустим, захочу еще дерево взять. Почему нет? А там окажется железный мост. Вот будет печалька. Мне кажется, они тут все деревянные. Ну откуда тут взяться железным балком? Вот так подумайте. Они могут быть в прицепах, правда. Ладно, могу ошибаться, могу быть неправ. Может быть, последний мост будет железным, поэтому... Ты что, застрял-то? Давай, езжай.
Поэтому будем решать проблему по мере их поступления. Если он будет деревянный, White Star приедет. White Star приедет и всех спасет. И у нас будет дорога на дамбу. И два красных прицепа уедут на дамбу. Это будет здорово. Это будут деньги. А потом туда уедут остальные прицепы. А потом мы все уедем на Аляску. Как-то так. А пока я еду за дровами. На машине, которая почему-то очень сильно застревает. Она не должна этого делать, но она застревает. Так, в пень не впилиться. В целом, у меня просто... Ну, нет, ну возможно опять тут будут задания за задания после заданий. Я прицеп брать не буду, я просто дров возьму. Деревянные доски. То, что меня мучает вопрос, а какие еще могут быть доски? Возможно, железные доски. О чем думал переводчик, когда это писал? Может быть, стеклянных досках. Черт его знает. Музыка не надо. Я боюсь. Ну, не то, что боюсь, но... Потом ее заглушать как-то умудряться. А эта функция в Ютубе плохо отработана. Она там еще... На остальных звуках, там на голосе пагубно сказывается. То есть, лучше не надо. Так, ну, ой, не падай. В целом все неплохо. Рутина. Я уже сколько этих мостов восстановил. Тем более тут не, ну, тут не такая хреновая дорога, чтобы как-то это было проблемой. Ой. Вы видели, у него опора слева выехала зачем-то. Не знаю зачем. Возможно, так долбануло сильно. Просто вот даже не буксует. Но с контейнером, конечно, тут будет весело. Я уже это дело предвкушаю. С контейнером тут все будет хорошо. Ну, в общем, да. Первая миссия. Два красных прицепа нахрен. Как-то так. Тут еще третий красный прицеп едет. Поэтому... Эти два в продажу. Все равно на Аляску их не возьму с собой. Я не могу их с собой взять на другую карту. Туда эти-то неким авиарейсом полетят, грузовики. Поэтому сейчас я прицепчик спану и поедем дальше. Прицеп, стой, я тебе не буду врезаться. Не надо. Так. И поскольку мне кажется, что здесь будут уже другие машины работать, эти два грузовичка уйдут на дамбу. Так, поручение-то понятно. Мне остров. Мне мост нужен. Eyes Aviens. Да, ну так, чуть-чуть. Немножко. Для интереса. Давай. Пасифик отсюда утащит. Пасифика. Тоже на продажу. Вот, блин, купил, да? А тут на халяву можно было взять. Ну ладно. Не важно. А целое дело было его вытащить. На Вистаром, наверное. Ну ладно. Что поделаешь. Купил. Разгрузить. Здесь, кстати, тоже можно было проехать, если бы не было просто бревен. То есть вообще не было бревен, можно было проехать. Так. И вот мост Смирно надо, вот тут где-то. А туда я уже могу уехать. Да, странно все. Еще один скал, понятно. Ну что, поехали.
Этот уже курс берет на дамбу. Но сначала надо будет взять задание на постройку третьего моста. А третий мост вводит старым. Да, все, так и будет. Ползи, ползи. Топлива, думаю, хватит. Но если нет, там вон следом цистерна подойдет. О, цистерна подойдет, да. Угу. Так. Ну, тут, я думаю, моста-то нету. Кузен Клетус. Так, это скалот мой стоит. Там ничего хорошего. Зачем сюда можно подняться? Ну, зачем, я не знаю. Наверняка надо будет зачем-то подняться. Ну, не просто так же они тут дорогу сделали. Да, еще, наверное, сюда надо будет зачем. Точно, тут контейнеры. Это будет задание. А тут у нас... Очередной красный прицеп. Чё это такое? Это доски? Не знаю. Дождь. Стоило мне отвлечься, машина уже на пузо легла, да? Давай вперед. Просто этим уже надо чиниться, уже надо движки апать. Ближе к гаражу надо, ближе. Хотя грузовики какие-то здесь нужны, сто пудов. Ну, блин, сервисные прицепы... Пацифика на Вистар могут таскать. С гиканьем, улюканьем и приседаниями. Так. Типа надо доползти, чтобы то задание взять за Каленое море. Нет, смирно вот это вот. А потом можно вот сюда свалиться, да? Ну, кажется, да. Ползем. Ползем, пыхтим. Понижаю, включать не буду, но грязюка тут достойная. Прям вот грязюка. Ну, прицеп чуть добавляет. Но в целом прет. Ну еще бананика. Че, куда? Очень такие дорожки. Коварненькие такие. С поворотами, так, с ямками. Неожиданно проваливается машина. Тут, да, тут. С большим прицепом интересно. Оп, и в кисель в этот, да? За поворотом. Не, неплохо. Я думал, скучнее тут будет. Ну, типа, хорошие дороги после поворота. Нет. Дороги хреновые. Все, асфальт. Я прям с прицепом туда двину. Немножко асфальта и снова грунтовочка. Так, а вот тут, по-моему, где-то налево и будет как раз задание. А чё, буксуешь, что тут земля просто? Ну, ладно, дождь. Стало хуже все. А у нас прицеп в хвосте. Чё, не тут? Нет. Тут съезд короткий. Так, полный. Глубоко же вылетело. Так, вот тут это смирно живет. Блин, мне потом оттуда выехать как-то. А как бы вот это и не тот прицеп, который нужно отвести для задания, да? Здравия желаю, на связи капитан Смит. Военный инженер. Мы обычно своими силами обходимся, но в нашем министерстве... О вашем министерстве ходят легенды. Надо мост починить. Покажите высший класс. Ты сто пудов покажешь. Вот оно. Металлические балки, бетонная плита. Ну, металлические балки. Ну, ок, ладно. У нас склад прицепов будет здесь. Временный. Обнаружен, да, прицеп. Развернешься, да, развернешься, склад двинешься. Музыка и пень.
Так. Теперь. О, как я сейчас натаскаю всякого. А бетонная плита у нас, видимо, где-то еще. Ну, сейчас увидим. Блин, сколько у меня красных прицепов будет. Балки один. А плита, наверное, там в углу лежит. На кирпичиках машина стоит. Видимо, нигеры укатили колеса. Да, ну будет отсюда забирать. И мне, как мне советовали, да, лебедка зацепить. Еще прицеп такой автопоезд. Но не очень хочется, но здравого смысла не лишено. Я вообще, наверное, планирую, что я перегружать буду, нет? Наверное, нет. Так. Каска. Каска, ладно. Нам выгружать сюда вот. Так, с этим все. Стопэ. Не врезаться. Ну что, попробовать может тросиком. Или на его вкинь. Хотя на эту, на другой конец карты не перетащит. На другую карту не перетащит. Но я попытаюсь сейчас. Хочешь сюда бетонную плиту, White Star притащит. И он же притащит еще один прицеп. Блин, ему два прицепа тоже тащить. Ну, ладно. Ладно, ладно, ладно. Так. Да. Отцепить. Нет, не так. Просто реально в лом тащить по два раза прицеп. И вот так. Ну что, погнали. Сейчас попытаемся. В принципе, должно получиться. Но все равно с карты на карту так не перетащишь. Вообще было прикольно автопоезд. Но тут нету цепного устройства. К сожалению. Так. Все, ближний подтаскивает. Эй, куда же я поехал-то? Ну чё, понаколхозили и вперед. Так, дорога. Направо по асфальту, сквозь мост и мимо боя в грязи. Да, ну да. Погнали. Ну как так? Чума. Не очень хорошо веревка себе отрисована. Ну, и топлива мало. Туда. Туда еще не ездил вроде. Не петлять. Так. Вот так. Я ж туда куда надо еду. Да, я туда куда надо еду вперед. И мне очень интересно, что там на соседней карте действительно с точками продажи прицеп. Я прям вот выйду и будет точка продажи, было бы здорово. Но мне кажется, что так оно и выглядит. Ну давай полный, ладно. Прицепов много.
Автопоезд, елки. Просто действительно эти прицепы выволакивать пачками. Ну, сколько можно-то? А это что за куча глины? Я тут даже не ездил. А куда оно везет? Тут, наверное, задание какое-то. Так, тут все хорошо. Хороший мост. Хорошая дорога. Ведет как раз на дамбу. А там можно чудище болотное подогнать. И будет топливо. С этого конца тоже будет топливо. Тут куда-то спуск он вниз ведет. Это все это вот. Наверное, тут задание больше, чем я на первый взгляд могу увидеть. Тут что? Тоже задание, прицепов нет. Ладно. Наверняка где-нибудь в озере валяется. А, нет, машины нет. Машина не может тут валяться. Машина тут одна. Ну что? Отправиться к дамбе. Сейчас будет смешно, если все три уйдут. Все три объекта. Да. Ночью как-то едем. Да паузу отцепись. Нормально. Как-то катимся. Бум. Так. Магазин прицепов. Ха! Поехали. Первая добыча. Тут реально цивилизация, тут асфальт и все такое. Так. Заходим. Это прицепляем и тоже продаем нафиг. Ну что, 6800. Прекрасно. На мой взгляд, отличный результат. Эх, чуть промахнулся. Хотел туда заехать на стояночку. Там же явно такая стоянка под соснами. Топлива нет, но мы будем держаться. Так. Так, переключаемся. Драмонт. Мне нужен White Star. Так. Я так понимаю, в углу, да. То есть я беру вот этот прицеп и в углу беру тот прицеп и едем. За топливом сначала. За починкой, я думаю, не надо, а за топливом надо. В принципе, правильную сторону думаю, правда тут жопа у меня с подвеской, но ладно. Надеюсь, ничего себе не найду, никакого кирпича под колеса. Полный привод, пошуровали.
Что-то тут не очень местность, да. Чувство поехал. Опять-таки два прицепа и вперед. И последний мост. А в следующей серии то повезем буровую. Да, все, вот знакомая лужа. О, очень знакомая лужа. Не надо было в нее вообще заезжать. Она слишком мне хорошо знакома. Блин, ну лучше идет. Что-то в нем есть. Так. Отсюда я прицеп забрал? Нет. Давай. Вот что он тут олицетворяет, этот прицеп, да? Я сюда не привез ни одного прицепа. То есть это все местные прицепы. Зачем они? Первый был с досками, ладно. Он для того, чтобы можно было выполнить задание. Ну, хоть это странно. А он не может. Единственная сила. Я понял. Ладно. А что мы тогда можем? А ничего не можем, мы тут будем стоять. Он не может. Так, ладно, кто может? В принципе, может егерь. Ну, естественно. Естественно, пацифик может. Ну, вот этого слона гонять. Давайте егерем попробуем. Так, топлива хватает, заправляться не будем. Погнали. Так, надо время. Один прицеп упрем. Просто егерю надо заправлять свои ремонтные емкости, не знаю, как правильно назвать. Поэтому ему тоже нужно пилить туда. У него все пусто. Ну, или тогда надо возвращать с той карты Флитстар. Но это, по-моему, не лучший вариант. Давайте егерем попробуем. Так, стоп. Направо. Направо. Тут короткая дорога, я знаю. Да, сноси знаки, нафиг. Я думаю, егерь упрет прицеп. Светлый крутой. Ну, он, конечно, легенький такой весь. Он шатучий. Но я думаю, справится. Так, нет, тут тупик. Вау. По кочкам. Пошел. Топлива, можно сказать, мало. 157. Блин, из 240. Зря я не заправился. Ну ладно. Тут недалеко. Не падай, не надо. Это плохо, не надо падать. Угу. Вырулил. Молодец. Я что-то как-то этого упускаю, когда он съезжает с дороги на обочину. Его куркает. Ну, вроде пока ничего. Да блин, тут машин полно будет еще. Дорога закрыта. Информация устарела, дорога открыта. Вот мимо моста пролететь не надо бы. Я думаю, точно. Резина нормальная, привод полный. Возможно, у него даже полная блокировка есть. Я не уверен, но мне кажется, есть. Ты на второй пытался? Кошмар. А, заправка. Тут же заправка. Все нормально. Мы сможем. Так. Сейчас залью бак.
вперед. Давай, 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 пыхти. Блин, тут еще здоровая цистерна. Надеюсь, она по заданию, надеюсь, она не просто так. Так. А, назад и по дороге. Ну что, рискнуть за руль сесть? Рискну. Просто тут из-за руля не очень хорошо видно, куда он колесами лезет. И есть шанс кувыркнуться. Ну, ладно, своя доля экстрима должна быть. Ползи, ползи, ползи. Нормально. Медленно, неторопливо, но идет. С прицепом, видимо, буду ехать из-за этого. Ой. Низко-то носом пошел. Дождю, видать. Не, слушайте, интереснее все-таки снаружи этим наблюдать. Ай, какие мостики тут хорошие. Это эти для легковушки. Засада. Нет, нормально. Нормально. Вперед. По краю прошел. Ну тут он еще дорога есть. Ну, конечно, ветки дуба заденут за кунг. Да? Я не проеду. Да-да, не шатайся. Мы почти добрались. Я только попробую сказать, что это не бетон. Что мне придется с другой карты его везти. Нет, бетон нормальный. Я знал. Я чуял, что он тут. И грязь тоже тут, да. Да-да-да, новый прицеп. Давай, техничка. Забирай. Ну что ж, да прибудет с тобой сила. Довези его. Вот, пошло шлифовать уже. Да, прицепчик ощущается. То, что машина не тягач, тоже ощущается. Далеко не тягач. Ну ладно, прирёт и ладно. Сзади вот так переключить, чтобы все было видно. Колонну. Ну, так машину плохо видно. Так. Так, стопаем. Как я вообще поеду? Туда мне не надо. Нет, мне надо сюда. По этим долбанным мосткам. Потому что вот тут я не протащусь. Никак не пролезу. Там тесно. По мосткам мимо заправки. Ну, ладно. Где наш не пропадала, надеюсь, прорвемся. Опять-то, я думал, три моста, может, чуть-чуть. Вот как тут каждый раз получается дольше, чем предполагаешь. Как-то игра умудряется делать так, что вот быстро не получается. Ой-ой-ой-ой-ой. Фу. Чудом, чудом уцелел. Вы это видели, да? Машина в воздухе. Просто в воздухе зависла. А прицеп, кстати, тоже тут. Не в восторге. Я так понимаю, это засада игры, да? Пойди упри этот прицеп отсюда. Ну, представьте, на подсыпчик сюда. А я сюда на нем поеду, кстати. Потому что мне нужно второй подсыпчик вытаскивать. Ну ладно, это будет весело. Вот, видимо, в этом засада с ним прицепом была, вот, в этих мостиках. Ну, Пацифик, ты можешь речку в рот перейти. Ну, по мостику он точно не проедет. Ладно. В остальном все неплохо. В остальном можно
ехать спокойно. Так, топлива мало пожрали. Тут не задерживайся, выезжай. Не, хорошо прет. Достойно. Немножко передними колесами подшлифовывает, но это ладно. Это у них у всех бывает, когда что-то тяжелое прицеплено. Все. Вышли напрямую. Дорога тут неплохая в целом. Местами грязюк, конечно, но должны пройти. Трехосник пройдет. Полноприводный трехосник тем более пройдет. А деревьев тут нету. Это зря. Давай вот так. Немножко по внешнему краю. Чтобы сильно в грязь не проваливаться. И все нормально. Но полный привод вырубать не будем. Не потянет иначе. Можно было через этот проект, через заправку. В остальном все хорошо. И очередной прицеп у нас уедет в продажу. Да блин, Fightstar, я все забываю, что он прицеп таскать не может. Прям хоть кран с него снимай, но кран тоже вроде надо. Давай, давай на пониженный. Ну нет, пониженный надо, на первый. Давай ты вылезешь, я верю. Ну, я могу тросом зацепиться, но, по-моему, это будет дольше, проще вылезти самому. Прет, прет, прям по оси в грязи. Ну, слушайте, здорово копает на самом деле. Как-то просто следующая машина поедет, я не знаю. Но у этого все хорошо. Давай, давай. Рычи вперед. Все, там сервисный прицеп наверху. Сейчас с моста не чебурахаются, и в остальном все просто. Я тут даже понижайку могу включить, если что. Чтобы вылезти, наверное, придется это сделать. Нет? Так пойдешь. Но на первый должен. Чай нет, не здоровый прицеп тащишь. А обычный. Так, 42 минуты, ну да. Как всегда. Ой, грязь. Разгладилась, кстати, после предыдущей машины. Я что-то проезжал, должны были следы остаться, не осталось. То есть она разглаживается, ждет следующую жертву. Вот сейчас только он первую включил. Меня поражает, конечно, оптимизм водителя. Он там на повышенной пытается через грязь проломиться. С прицеп. Просто оптимист. Так, я хоть туда еду-то. Туда. Да, вот сервисник стоит. Как бы мимо него. Ну, пока еще карта в голове не отложилась. Да, пока не очень интересно. А вон значок уж светится. Уже недалеко. Наверное, если на эту машину поставить кран и кузов, тоже, наверное, прицеп не зацепишь. Там вот дорога. Непонятно. Ладно, когда все миссии выполню, я тут все дороги объеду. Мне кажется, так это работает. Грязь над крышей машины прям летела. Такое ощущение, что дифференциал между собой уже включен. Но он не включен. Да, тут мы пониже. Медленно, но верно. Колея хорошая. А я что там по краю объезжал? Наверное, по краю. О, шикарная грязюка. Сейчас в нее как вляпается.
Сейчас вот, да, повыше передачу, а третью еще включи. Чтобы уж прям совсем так затормозиться. А, нет. Тут немного. Так, полбака выжрали, нормально. Ой. Все время грязь неожиданно подходит. Вроде едешь нормально. Бульк. По оси. Как же он военный кунг напоминает. В армии в таких же сидели. Прям один в один почти. Ну, не так сильно застекленные, так. Глухие были в основном люки. Но очень похоже. И главное, тут антенна раздвижная, нафига на ремонт. Давай, не полный привод. Чуть-чуть поэкономим. Буквально чуть-чуть, потому что сейчас опять грязюка начнется. Вытянешь, не? А, нормально, кстати, едет. По сухому там, ну правильно, дождя нет. Едем по сухому, что ему буксовать-то? А вот в грязь я не полезу. Так, краешком прошел, она прям там вязкая такая. Так, что у нас там, 46 минут. Как раз мост дострою и хорош. И в следующей серии снимается звезда сезона на Веста. Да. Со своим грузом с буровой. Ты-дым. Ох ты, вспышки сварки типа. А еще? Еще. Тут что у нас? Это малый прицеп. Низкорамный прицеп с рампой. Ну что ж, господа, квест с мостами продолжается. Но это будет, я так понимаю, Пацифик поедет эту платформу тягать. Как-то так. А на этом все. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. До новых встреч.